Всем привет! Сейчас будем делать свечу самым простым способом, который, по-моему, вообще возможен на этом белом свете. Проще только купить свечу. Ну, насколько я понимаю. Из Дано у нас с вами вот такой метр красивого фитиля. Он сам по себе уже произведение искусства. Он такого алого цвета. И еще одно Дано — это вощина, которая безумно пахнет воском. Итак, отмеряем фитиль. Нам нужно, чтобы он выступал за лист вощины совершенно немножко. Я предпочитаю примерно 2,5 сантиметра в этом. Берем ножницы, которые режут, желательно, и кладем фитиль на вощину. Немножечко его туда впечатываем, для того, чтобы он там закрепился. И, значит, заворачиваем. Самый простой способ — завернуть. Сделали 2 подворота, ну, примерно как роллы, да, сейчас делаем. И все. Завернули. Мы получили красный слой. Дальше берем зеленый слой. Вот у нас есть стык. Вот он. Стык. К этому стыку мы прислоняем зеленый слой. Немножечко его туда, опять же, прижимаем. Итак, заворачиваем зеленый слой. Уже получили вот такую штуку. Берем опять красный слой. Опять прислоняем. Прислоняем. Вот он, шов. Видно? И опять заворачиваем. Получили еще один слой. Смотрите, здесь у нас образовался шов. Я предлагаю этот шов немножко вот так вот прилепить, потому что у нас вощина, повторюсь, 100% воска, и она очень пластичная. Шов можно залепить очень просто. Все, свеча готова.